We're here with Ganna Tereshchenko from the Ukraine Wushu Team. She just got gold at the European Championships. Ganna, how did you prepare for this championship? У нас була підготовка в місті Києві. Ми всі вместе з нашою командою готувалися к этим соревнованиям. Why do you love Wushu so much? Ну, потому что это моё. Wushu не просто спорт, Wushu для меня целая жизнь. Это семья, это друзья. Здесь всё. Мне нравится заниматься Wushu. At what age did you start training? На данный момент я занимаюсь 11 лет Wushu. And does she remember her first Wushu class? Первые занятия были смешные. Мне ничего не получалось, и я очень расстраивалась, плакала. Но потом все потихоньку с усилием получилось. Ну, это, конечно же, благодаря моему тренеру Болдыреву Виталию Ивановичу и поддержке моих друзей и товарищей по команде. Has Wushu changed your personality or helped you any way in daily life? Конечно, повлияло. Стала более уверенная в себе и очень помогает в жизни достигать своей цели, добиваться своего, все время упираться и не сдаваться при любых сложностях. And what's your dream for next year and the years after? Заниматься любимым делом, получать от этого удовольствие, радовать своего тренера, своих родителей, ну и заводить побольше знакомств новых. My name is Anya. I'm from Ukraine. I love Wushu Sport.